Ну чё, здорово. В общем, дела такие. У меня же новый дом, и мы там сделали небольшой ремонт. И я наняла рабочих, потому что, ну, я как бы сама не умею. Ну, умею, но не так хорошо бы, как надо было. В общем, рабочие сделали мне ремонт, и я хочу посмотреть, как же там обстоят дела. Красота, красота. Так, пойдемте, пойдемте, скорее посмотрим. Чё за фигня? Так. А как? Чё за... Так. Подождите, чё за фигня? А чё... Так, подождите. Диваны на стене, вы чё... Так, теле... Алло! Ванна в полу? Я, блин, за что... Джегель... Вы что, дебилы, что ли? Джегельбегель... Я не понимаю ваш тарабарарский, блин, вы чё? Это... Почему у вас раковина без воды, с водой под... Чё? А это что? Я как здесь жить-то должна, блин? Сейчас... Сейчас Эдисон придет, он меня убьет нафиг, блин, вы чё? Так, все. Это пипец. А как... Подождите, у меня на третьем этаже там вообще как бы должны быть мои вещи. Это как? Я сюда... Мамочки, помогите! Так, идите сюда. Вы чё? Так красиво? Вы офигели, что ли? Это нифига не красиво. Нет, не красиво. Ну... Да хватит, я вас не понимаю вообще, блин. Вам пипец. Все, я отвечаю, вам пипец сейчас. Это все, это конец. Блин, вы, отвечаю, вам пипец. Вы дебилы, вы реально, вот вас... Всё, вот валите быстро под раковину. Под раковину, быстро валите. Все. Валите. Дебилы. Сраная ручка. А почему майн запущен? А, мой дом? Катин дом. Ля! Она его достроила, что ли? Все, он уже... Он уже больше не плоский, как... Ну, нет, плохая шутка предыдущей серии была. Очень плохая, Катя на него обиделась. Не, ну вот это совсем другое дело, да реально. Вот если ты не видел предыдущую серию, обязательно посмотри, не будь как бы жопой. Потому что в прошлой серии этот дом был, ну, реально просто плоский. Прошло несколько дней, я вернулся, Майнкрафт почему-то включен, а Катя достроила уже полностью весь дом. Вот здесь подсказочка, нажми на нее. Ну это... Так, а почему дверь открыта и почему здесь вот так много всяких шип? А-а-а, это же против грабителя, да, чтобы... Ну, я же не сказал то, что на мой дом всегда нападают грабители, поэтому она также здесь обезопасила все. А как здесь перепрыгнуть-то? Может, вот здесь, ага. Почему здесь стол летает на столе бананы? Почему... А почему лестница куда-то ведет в стену? Как... Чего? А как мне на третий этаж-то забраться? Не кажется ли здесь кто-то что-то напутал, когда строил вот эту... Диваны на подоконниках. А подоконники не под окном. То есть они не подоконники, а внутрь оконники. Они в... Кать! Ты чё здесь начудила-то? О! Ёб твою! Я реально обосрался. Ты где был? Где ты была? Как ты вообще подкралась-то? Так, не плачь, пожалуйста, все нормально. Ты что за дичь? Я сейчас просто... Я в твой дом пришел, садись на свой стул. Я в твой дом-то пришел и вижу то, что здесь у вас как бы не все... А, сральник в полу. Концептуально. Очень концептуально. Очень концептуально. Я решила сделать по-своему. Так, это же с изюминкой. Это с изюминкой, стральник в полу, и ванна тоже в полу, это с изюминкой. Французский. Французским. Французский. То есть в Франции, в Париже люди в пол срут, да? Хорошо, не буду в Францию ехать никогда. А душ на потолке, это нормально?
То есть подожди, подожди, здесь включается душ, то есть вот здесь вода выливается. Ощущение воздуха. Ощущение. Атмосфера. Это все Франция, это Франция. Да, да, никогда это... не летайте в Франции, вот видите, там у них дом такой стоит. Ладно, хорошо. Это ручеёк. Здесь. Нужно самой ручками водичку туда и как бы купаться. А почему нельзя было сделать, что просто кран тек вот нормально? Ты понимаешь, что ты просто соседи затопят. А, подожди, здесь соседей нет. Подвал затопишь! Не, какая, вот так точно делать нельзя, это дебилизм какой-то. Вот это все можно закрыть. Какая-то ты с ума сошла! Там люди! Какие люди? Там люди! Как? У тебя нет соседей, это собственный дом, частный дом, там нет никаких людей снизу. Вот там работники. Убери. Какие работники? Они строили, мне помогали. Джильгельбегельбе. Гальбельджигель. Он говорит на каком привет. На каком он разговаривает? Ты уже выучила их язык? Вылезайте, норки подземные. Да, выходите. А чё ты их закрыла-то под раковиной, я не могу понять. Подожди. Так это, может, не работники. А почему ты их от меня прячешь? Я хотела, ну, как бы я, видишь, сама хотела построить, но сама не смогла, поэтому, ну, мне как бы немножко стрёмно стало, что я такая, типа, нифига не могу. А тебе не стрёмно из-за того, что ты здесь с другими мужиками какими-то развлекаешься, пока меня дома нет? Ты чё? Я что-то об этом как-то даже раньше не подумал. Это работники чего? Джамшут, Равшан, вон эти комбинезоны оранжевые. Джамшут, Равшан, комбинезоны, небось в стриптиз-клубе, да, там-то работают? Знаете, такие французские имена. Джамшут, Рашан, да еще не разговаривают на французском там. Жильгельбе, Гельжигельбе. Вот, видишь, нашла себе мужика. То есть Португалия себя уже не устраивает, нашла себе француза, значит. А ты мне-то что не сказал? Ты мне что не сказал? Она же реально здесь мужик. Жильгельбе, Гельжбель. Жильгельбе, я не понимаю ваш язык. Это работники. Из Франции, значит, да? Выходите, дебилы, выходите быстро. Давай, Джигарбек, Джигарбек! Все, ничего. Ну, работники, ну. Ну, настоящие французы, ну одно лицо. Что этот, что вот этот. Так стиль французский, может, не реально из Франции. Это вы делали вот эту всю дебилизм вот этот, который ездит? Почему стол в воздухе? Как вы его туда молотком, гвоздями прибили, что ли? Совсем с ума сошли? Да, начальника. Угу. То есть, это реально работники или это то, что я подумал? Я не знаю, верить тебе или не верить, так модно начальника. Я верю вот ему, вот им верю. Вот вы видели, что здесь происходило? Я не знаю, что здесь происходило. Напиши в комментах, верите или нет, это потому что... Напишите, что это рабочие. Или все же не рабочие, может они реально там из Франции рабочие. Приехать, багеты свои там принести, багетами всё. Посветили перед Катей французскими. Чьи? Багет, длинный хлеб такой. Батон, в смысле, по-русски. Не обращай внимания. Фу, пойдем воздухом подышим. Значит, вот так вот, да? Пришел я, ну ладно. Ну вы дебилы, ты им хотя бы, ты заплатила им? Нет. Ну и не надо. Придур, выматывайся к чертовой бабушке отсюда. Быстро убежали отсюда. Ты он куда? Сидит. Он на подоконнике сидит, а на подоконнике... Полка, диван. А на полке диван. И это все прибито гвоздями. Смотри, как красиво смотрится. Да что-то нифига не красиво на самом деле. То есть, подожди, ты садишься вот сюда и вниз смотришь телевизор, как я должен здесь что-то разглядеть? Красиво. Да нифига не красиво, начальника. Красиво. Ну, мне даже самой уже нравится. Подожди, у меня есть патрон, у меня есть 3 патрона. Ну, 3 патрона есть и 2 дебила передо мной. Если в уме математику немножко произвести, значит можно такое уравнение выявить, то что 3 пули на 2 дебила все же хватит. Поэтому предупреждающий выстрел! Предупреждающий! Свалили отсюда быстро! Через аквариум или в аквариум! Быстро свалили! И вот ты, давай быстро отсюда! Дебилы! Ой, окно разбил. Починим! Кать, а почему ты мне не могла сказать? Она в предыдущей серии такая, я все сама построю, ты почему мне дом не построил? Так потому что вот что из этого получилось. У тебя душ прибит гвоздями к потолку. Как я должен здесь мыться? Вот так, подожди, я должен залезть сюда и вот так на полу лежать и мыться?
Вот примерно так? Примерно так. Примерно так, хорошо. Ну это джакузи просто. Ну хорошо, пускай это будет джакузи. А так, чтобы никто не видел. Подземный сральник, да? Никто не видел. Чтобы никто не видел. А если вот туда сидеть, а если вот ты туда... Вот если... Я до речи просто потерял из этого дебилизма, который здесь происходит, честное слово. Ну пойдем. Ладно, давай выйдем реально на улицу подышим. Я ж вспотел, просто реально вспотел. Кать, ну ты мне скажи в следующий раз. Видишь, какой у меня дом хороший. Ну, я его также починю. Только вот этих джамшутов, равшанов я больше звать не буду. Ты просто с ума сойти. Ну, снаружи просто потрясно. То, что творится внутри, дебилизм. Честно. Поэтому... Что такое? Ты же мне говорил то, что я могу ей верить. То, что... А это кто? Еще один же француз. Только вы посмотрите на него, он уже в смокинге там стоит. Уже в костюмчике при параде. Смотри. Шарики. Шарики. Это тебе. Значит, пока меня здесь не было, ты свиданку. Это тебе, это... Я беру чемодан, вот этот. Валю, черт твоей бабушки, иди вот своим французам там багеты кушайте. До свидания всем. Это... Это был мой ему подарок. С возвращением! Кажется, у меня не получилось. Я просто ему там приготовила тамаду, шарики, там торт, все дела, и как бы, ну... Чё ж ты возле окна встал, дебил, блин? Надо было как-то по-другому, что ли, сказать, а то как-то реально подозрительно вышло, и... Я ж хотела ему просто сюрприз сделать, а он у меня в итоге не получился. Отстой. Ну что ж, придется как-то исправляться, я не знаю. Ну, проблемка, конечно, так себе. Хотя какая так себе, блин, от меня парень ушел, блин. Просто из-за банального недопонимания, из-за дебильного тамады в этом смокинге. Сказал ему, приходи в костюме оленя, блин. Он пришел в смокинге, как дебила кусок. Эх, вот у нас тут тортики, винишко, фрукты, все как он любит. Я вот его просто хотела встретить. Вот, праздник сделать, вот он вернулся, 3 месяца там... Слышь ты, смокинг ходячий, блин. Вот напишите в комментариях, честно, что мне сейчас делать? Я не знаю. Вот честно, я не знаю, что делать. Что мне делать, чтобы он вернулся? Ну, как бы все, уже серию надо заканчивать, поэтому буду думать и в следующей серии как-то возвращать Эдисона. Если ты знаешь, как мне помочь, напиши обязательно. И давай наберем 30 тысяч лайков, и серия будет следующая. Обещаю. Вот я сейчас обещаю. Да. Винишко, что ли, выпить? Эх. Вали отсюда, а, домой. Смотрит там в окно. Вали!